Ассаламу алейкум. Сегодня наш мир нельзя представить без курьеров, службы доставки, потому что они делают нашу жизнь удобнее, быстрее, вкуснее. Но слова словами, а я хочу проверить это все в деле. Сегодня я побуду курьером, сделаю несколько доставок и поделюсь своими впечатлениями. Поехали. Любой курьер первым делом проходит инструктаж. Для этого мы приехали в офис Экспресс-24. Я хочу работать у вас курьером. Что мне для этого нужно? Добрый день. В принципе, для этого нужно только телефон на базе Android, не меньше 7-й версии, транспортное средство. Все это есть. Все устраивает. Получается форму и будем выходить на линию. Все, тогда переодеваемся. Инструкции получил, форму надел и первый заказ тоже пришел. Самое интересное то, что это будет... На мобильнике. Так, заказ первый неподалеку. Давно я не катался на мопеде, сейчас посмотрим, не забыл ли. Конечно, курьеры гораздо опытнее, чем я. Я давно уже не водил. Так что ваша еда будет доставлена в целости и сохранности. Так, приехали, ключи забираем, получаем свой заказ, смотрим на локацию, это не так далеко, 15 минут отсюда, сейчас быстро доставим. Салам алейкум. Клиент ждет. Все, заказ получили, едем. У нас очень важная миссия, нужно доставить самсу свежий и горячий. Когда ты очень торопишься, ты просто ненавидишь светофоры. Ну, естественно, соблюдать нужно все правила дорожного движения. С одной стороны, торопиться не хочешь, но с другой стороны, опаздывать нельзя. Так, сейчас будет самый ответственный момент. Нужно будет вручить доставку. Для этого позвоним. Алло, салам алейкум. Экспресс Игерматурта. Ага, спасибо. Так, все, выходит. Спасибо за заказ. До свидания. Все, едем дальше. У нас второй заказ. О, вот, первый заказ сделал. Сейчас будет второй. И уже не на мопеде, а на машине. Поехали. Ну, как у вам первая доставка? Ну, сложно, но интересно. Интересно. Теперь у вас есть возможность доставить на машине. На вот этом? Да. На Шевроле? На Шевроле. Не, никогда. Лучше уж на нем. Окей. Можно? Конечно, можно. На здоровье. Лучше уж на этом, чем на Шевроле. А вот. О! Буслега Джемас. С первого раза. Я немного погорячился. Лучше уж на своей поеду. Извини, братан, сегодня я поеду на другой. На скутере, конечно, хорошо, но сейчас идет дождь, поэтому лучше уж на машине. Надо быть осторожнее, у нас большая сумка. Все. Все, взяли. Разместим на. Поехали. Так, получили второй заказ. У нас есть 8 минут, чтобы доставить. Я надеюсь, успеем вовремя. Если не успеем, мои извинения не принимаются. Почти подъезжаю, чтобы передать второй наш заказ. Всем курьерам респект.
все. Успели, у нас еще 2 минуты. Здрасте. Спасибо за заказ. До свидания. Второй заказ доставлен вовремя, что главное. Получил 3-й заказ. Поехали. Все. Приехали забирать последний 3-й заказ. Работая курьером, узнаешь столько новых мест. Я, например, не знал, что здесь открылось такое новое место – брокколи. Все, давай. Спасибо. Все, последний заказ. У меня 12 минут, чтобы его доставить. Поехали. У вас. Вы сегодня. Да, сегодня. Спасибо. Я могу с вами сфоткаться? Ну да, давайте. Все, до свидания. Заказывайте. Спасибо всех. Большое. Ой, все, последний заказ доставил. Миссию выполнил. Гора с плеч. Точнее, моя квадратная тяжелая сумка. Сегодня Международный день курьера. Всем я поздравляю всех курьеров и доставщиков. Всем вам удачи и еще раз спасибо.